Начальник патрульной полиции Одесской области сообщил о своей отставке. Юрия Рыбака назначили на должность летом 2017 года. За это время отдел патрульной полиции открыли в Измаиле. Запустили новый отдел безопасности дорожного движения, школьных офицеров полиции и роту тактико-оперативного реагирования. Оно не связано ни с одним скандалом, ни с одной публикацией, ни с проведенной реорганизацией летом этого года. Время идти вперед, я оставляю эту должность. От вас прошу по-прежнему поддерживать и уважать патрульную полицию. Ну и, как говорят в Одессе, перевод из Одессы в Киев не считается повышением.